В этом году фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил сразу несколько заявок от Ивановской области. Еще в марте стало известно, что из аварийного жилья в дома малоэтажной застройки переедут 243 человека. Благодаря дополнительной заявке появилась возможность расселить еще 3 аварийных дома в Приволжске. Опасные жилища, к своему счастью, покинут 62 человека. Условия проживания благодаря капитальному ремонту в многоквартирных домах улучшит около 18 тысяч жителей региона. Нам выделено 175 миллионов 670 тысяч рублей. Плюс регионам в порядке софинансирования выделено еще 69 миллионов 710 тысяч рублей, которые состоят из средств местных бюджетов и средств собственников помещений многоквартирных домов. Ну и на эти средства будет проведен капитальный ремонт 240 многоквартирных домов на территории области. Отремонтируют лифты в 3 многоквартирных домах в местечке Суховка. Все деньги уже получены. Глобальный капремонт в регионе не за горами. Отобраны объекты, которые будут ремонтироваться, сметная документация в стадии проверки в нашей экспертизе государственной. И сейчас будет вот буквально в считанные, наверное, дни, недели, будут проведены конкурсные процедуры, и определившиеся подрядчики приступят к выполнению работы. Примечательно то, что деньги на капитальный ремонт домов российский фонд выделил в последний раз. Уже со следующего года деньги будут поступать из региональных фондов. Пополняться они будут за счет средств собственников жилья, областной и городской казны. Однако переселять ивановцев из аварийного жилья фонд содействия реформированию ЖКХ будет, как и прежде. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.